Всем привет! Давайте, наверное, начнем с самого главного. Мы, как айтишники, мы все знаем, насколько важно обратная связь, насколько важно ее получать и реагировать на нее. Поэтому все сканируем QR-код во время доклада, после доклада. Оставляйте свои мысли. Супер важно. Это поможет и делать доклады интереснее, и нам вообще понять, рассказываем мы о том или не о том. В общем, прошу обратить на него пристальное внимание. Давайте представлюсь. Меня зовут Ваганов Вадим. Я работаю в Газпромбанке. Я ходу в профессион бэкэнд-разработки. Мы создаем стандарты, двигаем разработку вперед и стараемся сделать, чтобы наши разработчики были классными инженерами. Ну а человек, который всем этим руководит и в принципе является IT-куратором инженерного производства в Газпромбанке и тот, кто сегодня будет вещать про что-то интересное, Максим Морев. Передаю слово. Спасибо, Вадим. Всем привет. Благодарю всех, что пришли. Вас очень много, это круто. Я сейчас немножко, чтобы сбить волнение, расскажу какую-нибудь дурацкую историю, совсем немного. Я все-таки бэкэнд-разработчик, несмотря на то, что там много организационных еще делаю дел. Недавно на велике катался. В горах там нужно прыгать, даунхилл. Так больно упал, вот прям очень сильно выбил плечо. Лежал, чуть не плакал. И потом, потом видео смотрю. И там один тренер рассказывает, что вот важно расправить плечи, вдохнуть перед прыжком. И тогда вот скованность уходит, и ты не боишься. Я так все время делаю, хожу, это не значит, что я тут хожу, типа как Рэмбо. Вот я просто немножко подсыкаю. Хочу, чтобы все получилось. Подача была интересной, материал. Был понят, и я вас вдохновил на что-то продуктивное и эффективное. Ну ладно, погнали. У нас полчаса, времени не так много. Что мы, что мы обсудим сегодня? Мы обсудим, как можно делать просто, почему на это стоит обращать внимание инженерам. Я вам расскажу про вертикальный. Vertical slice architecture, вертикальный срез. Скажите, кто уже использует такой подход в своей разработке? Окей. А сколько у нас middle разработчиков? Есть? Пусть я над ними буду сегодня шутить. О а старших. Класс. Поговорим про то, как проводить рефакторинг. Например, мы хотим использовать да, вертикальный срез. И про пузырьковый контекст. Несмотря на то, что они там немного похожи, ну, как кажется, да, но все равно это разные вещи. Я имею в виду пузырьковый контекст и вертикальный слайс. И по ходу, и в конце вас ждут какие-то полезные, на мой взгляд, ссылки. Ссылки либо к источникам, либо, либо к книгам. Источникам инфы, да, по которым я там накопал этот, на мой взгляд, очень полезный материал, но о нем как-то так вот... Его редко применяют, при этом эти инструменты и редко рассказывают. В первую очередь я инженер. Там Вадим уже про меня рассказал, я не буду дальше двигать. Да? Мы да, совместно разрабатываем, прорабатываем стандарты профессии, стандарты разработок. И как вы видите, мне жена нарисовала специально на халате, я лечу все ICD-процессы, да, ускоряю пайплайн у нас в организации. Кто-нибудь заходит на такие про, ну, как ресурсы? Поднимите руку. Бывало, да. Вот иногда смотришь в гид и думаешь такой, а что так можно было? Как они это все делают вообще? Реально, вот просто полдня можно в комментариях там на Merge Request переписываться. Ну, нам-то за это платят, да? Чеп нет. Короче говоря, в ГИТЕ э, часто можно встретить усложненный код, усложненные решения, а код это, между тем, тот источник истины. Ну, согласитесь, я не знаю, вот, а давайте так, у кого в проектах э, проектная документация прям очень актуально, и сам код не должен быть там технической документации. Ну вот у кого так? Не так много рук. Да, основная идея в том, что код — это наша документация, и чем проще мы делаем наши решения, тем лучше. Но, работая в разных организациях, я встречал разные команды, и если среди вас есть э, ценители трудов Мартин Фоллера, они знают, что вот у него есть такая метафора и паттерн по рефакторингу сложных систем. Это фикус-душитель. А на мой взгляд, мы IT, то есть смотрите, только не принимайте там прям сразу на себя, да, это все. Я просто отождествляю себя, ну вот, с, нашим, с нашей it -шкой. да, со всей я имею в виду. Я вижу часто много усложненных решений. Я понимаю, что порой мы как бы работаем на бизнес, делая какие-то сложные решения, вместо того, чтобы работать совместно с бизнесом и зарабатывать деньги. То есть вот тот материал, который я собрал, он нацелен в том числе на то, как бы эффективно заработать бабок. Я вот пришел на работу в том числе, чтобы заработать деньги. Кто из вас это тоже делает? Вот я буду много с Вот. Да, я ценитель красоты, клевого кода. Я прям зарубаюсь. Причем я стал зарубаться, потому что я стал огребать, много проблем. А там проблемы были прям такие жуткие, что я и нес. Короче, я платил за собственные ошибки. Потом я становился лидом команды. Нужно было бы учать людей. А я, не... я разработчик, я. Обожаю инженеров, но не то чтобы я обожаю с ними общаться все время на одни и те же темы. Я ищу какие-то пути, как бы короче, вот э, команда делает какие-то ошибки, я понимаю, это мой косяк. Я не смог объяснить ребятам, я не смог заложить какие-то паттерны в кодовую базу, в документацию, да, чтобы э, эти ошибки э, было совершить сложнее. И я вижу в архитектуре много очень усложнений и в коде. И в общем, это призыв, да, давайте подумаем, как можно делать проще. Это важная задача инженера, на мой взгляд. Первое. Моя, как там, начало моего триумфа как лида Все же знают, да, это наш лучший, лучший паттерн э, в Java. А кто им мобилку разрабатывает там на Kotlin? Есть такие у нас? Окей. Ну, больше и больше всего мы что делаем? API разрабатываем, так? Верно, друзья? Ну, не так много, кстати. Короче, это интерфейс и его имплементация. И все время ты в кодовой базе это видишь. Я пришел и сказал, нам не нужны эти интерфейсы. Ну, реально, нафига? Мы пишем интерфейсы там, где у нас не будет полиморфизма. Просто минус там сразу 20 этих, 20 файлов, да, часто, еще что-то. Но это все равно отвлекает наше внимание. Разработчики Go — это вот... Новички или там медлы, джуны, когда приходят в такой проект, они обязательно добавят интерфейс. И ты говоришь, ну, ты думаешь, мы не знали об этой лучшей практике? Ну, а как же, да, там, наша... Наш там, вопрос на интервью просолят. Далее мы поговорим про выразительную архитектуру и про вертикальный срез. Но я хочу подвести: очень хочу, чтобы вот проблема была понятна, представим, что мы работаем в большой команде. Не знаю, например, 10 разрабов или 6. Уже большая команда, согласны? Ну, там не 2, да. Два мы как-то можем договориться, но она разрастается. У нас проект, и мы реализуем там команда. Одна из зон ответственности это, например, там сервис с пользаками. Там три месяца, да, у нас есть там регистрация, инфо, там сертификат какой-то. Спустя год уже там пошли интеграции с маркетинговыми департаментами, нам нужно там лояльность добавить, еще что-то. Ну разрастается моделька спустя два года у нас еще там цифровой рубль появился, мы сейчас туда подключим цифровой информацию о кошельке. Спустя три года 30 полей мы, тим лиды, собираемся в баре, пьем пиво. Медлам на вырос дали сложную задачу с бизнес-логикой. Были в такой ситуации? И мы такие сидим и говорим, ну что, как думаешь, какой в этот раз сервис отвалится после диплоя? Из-за того, что бизнес-моделька разрастается, даже вот условно так как там ДТОшка становится большой, там много взаимосвязей, часто их проконтролировать сложно. Это в том, к этому в том числе ведет наша любимая многоуровневая архитектура, Многие же ее используют, верно? У нас контроллеры, сервисы. Например, если это не сервис, как бы одна функция, а там чуть более богатая бизнес-логика, да, у нас распухают э, там сервисные классы, там появляются общие методы, потом у нас появляются модельки, общие методы. Ну, у многих так. Есть у кого-то такая вот такие кейсы кто-то рефакторил, там, или, например, ты приходишь в команду, начинаешь делать, кажется, простую задачу, там, обновление какого-то поля, оказывается, там, ты забыл, что там есть еще пару взаимосвязей, об этих взаимосвязях ничего не написано, у тебя там отвалился другой сервис, там, 10 тестов, короче, упало, да, это вот тот картиночка, вот, картиночка мем. Это в целом реальная проблема, она существует, и во многих командах у нас она также есть. Я, ну как, мы так делаем, потому что здесь так принято. А вы поняли, что я бунтарь, да? Я просто интерфейсы снес сразу в командах. Но я просто попадал в, в эти ошибки, в эти сложности, в, э, разгребал эти проблемы, и я понимал, что так как я лид, это в том числе моя проблема. И искал, копал в интернете, по-моему, на одном из курсов там, Владимира Хорикова. Владимир, благодарю тебя за это увидел какую-то ссылку, он там рассказал про вертикальный срез, я почитал и активно применил там, в, одном, в одной продуктовой команде, там, потом в более сложной команде. Это реально круто работает. Просто классная фраза Эрика Эванса. Очередная там. Если очень просто, то есть вертикальный срез, а, мы можем представить всегда use case да, или бизнес-сценарий, Сверху вниз это как некий поток, который делает какую-то определенную задачу, что-то одно. И мы в этот момент просто начинаем разрабатывать и моделировать и собирать классы вместе чисто по этому бизнес-сценарию. Чтобы наша кодовая база рассказала простую историю бизнес-сценария конкретного. Не того еще, как он там может взаимосвязан быть, какие у нас там... Common, Mutils и так далее. А вот как это может выглядеть? У нас есть регистрация кошелька и там обновление, например, информации о пользователе. Обратите внимание, да, у нас на вход формируется моделька пользователя. А по факту это конкретно та необходимая моделька, которая нам нужна, в конкретном бизнес-сценарии use case. То есть мы работаем, очевидно, видим только вот то, что нам нужно. Мы не выходим за границы вертикального среза. Это помогает э, сфокусировать, ну даже другое мыслеполагание э, разработчикам задать. То есть они сфокусированы на конкретной простой задаче и, и, и стараются ее максимально просто решить вот здесь и сейчас. То есть теперь у нас у каждого бизнес-сценария в нашей кодовой базе да, появляется как будто бы ну, с одним именем моделька. Это в принципе уже ну, так, вызывает порой сопротивление. Плюс я предположил логичный вопрос, а как же мы там будем работать на уровне персистенции да, с базой, что будет происходить. Вот упрощенно что-то так, такое, как обычно. То есть понятно, что у нас там в базе, да, может быть вся необходимая информация, там таблицы или там NoSQL и так далее, вот. Но каждый бизнес-сценарий работает именно э, с теми там, атрибутами, с теми полями, которые необходимы, и вы здесь э, сфокусированы на той бизнес-логике, которая вам нужна, и не выходите за рамки других бизнес-сценариев. То есть по факту у вас может быть энное количество бизнес-сценариев, как будто бы, да, они очень похожи, смотрите, но там под капотом а вот каждый этот swimlane или flow от input а до db, он решает конкретную задачу. Это реально очень удобно. Особенно классно, например, в параллельной там, разработке или там trunk-based development вы решили внедрить. То есть у вас, например, мини-команда может разрабатывать один бизнес-сценарий, вторая другой, и, к примеру, там не знаю, а бизнес потом решил, что второй не нужен, мы все это просто дропнули из кодовой базы, да, а первый сценарий выжил и все хорошо, но у нас пока там нет этих переплетений. Это такой-то пр продающий слайд, плюсов больше, чем минусов. Но наверняка вы еще заметите там какие-то сайд-эффекты, мы о них поговорим. То есть тут важно, да, у нас ушла одна общая бизнес-модель, нет каких-то хитроумных переплетений, и команде совершить ошибку сложнее, потому что у вас вот четко все лежит, более того, в одной папке, в одном проекте. То есть я, -то так, я так э, немножко как там... Java агностик да, как бы, но у нас у всех есть там проекты, и все классы обычно бизнес-сценария, распределены, да, вот как в, в ловушке в том слайде по по всем э, пакетам, которые соответствуют многоуровневой архитектуре, ну вот сколько нам нужно в данном случае бывает же такое, правильно, так оно и есть, и ты сидишь все время там собираешь это там из сервисов и так далее бизнес логику в голове, а ты здесь взял просто э, создал один пакет имени бизнес сценария и положил все классы в него, вот все классы, которые нужны. Нужен контроллер, там REST, например, API. Вот, пожалуйста, да, там нужен, нужна там моделька взаимодействия с какими-то ну с инфраструктурой, там, не знаю, по REST, по, по использовать его в очереди брокер, пожалуйста. И как, как бы воспринимать, и можно увидеть вес этого бизнес-сценария. То есть у вас все файлы в одном месте. Это реально просто ну и помогает посмотреть что там со временем. Нормально. Капитан очевидность. Многие, наверное, из вас знают, что такое рефакторинг. Да? Ну, или... Я, то есть, много не буду просто... Но когда ты говоришь о чем-то, порой лучше быть капитаном очевидности и коротко проговорить. Да? Это когда мы меняем некую внутреннюю часть кода, да? не меняя его поведение. Кстати говоря, о рефакторинге. Чем больше я занимался рефакторингом и упрощал... Тем больше это утверждение не, не было верным, потому что когда ты упрощаешь что-то, ты часто находишь что-то лишнее, и порой меняется поведение. Просто когда вы взаимодействуете с бизнесом, вы работаете как партнеры, да, ты задаешь вопрос, а что вообще нужно получить в итоге, а как должен он работать. И ты слышишь порой совсем другую информацию, которая передана в аналитике. И ты потом начинаешь задавать неудобные вопросы и убираешь просто лишние куски. Это круто упрощает жизнь, да? Как как мы это можем продать бизнесу? Потому что по, по факту бизнесу все равно у нас там каша многоуровневой архитектуры, вертикальные там срезы, MMVC, MVC, чем мы там используем? Ну серьезно, да? Нам нужно, чтобы максимально быстро фичи попадали на пром, и мы зарабатывали деньги вместе с бизнесом. Но вот эти количественные показатели могут... Ну, то есть они реально случаются, да, time to market снижается, и количество ошибок случается при правильном подходе. Ну, понятно, что всегда есть побочные эффекты, может быть, все наоборот, это все зависит от нас с вами. Вот я сейчас подхожу к пузырьковому контексту. Это такая, это такой подход. Он больше про, как, про моделирование, переосмысление модели. Вот, да, это то, когда ты начинаешь задавать вопросы и немножко по-другому, как будто бы бизнес-сценарий э, проектировать. Затупил. Вот. Ну, и он хорошо сочетается с вертикальным срезом. Просто так получилось. Важно о нем знать. Пузырьковый контекст. Ну, я постарался сейчас сделать такую простую схему в этот раз. Это ссылка на ресурс, да, это PDF-ка, написанная Эриком Эвансом. Просто я как-то как, типа, это не какое-то мое открытие, понятно, вот все эти паттерны я нашел, да, и я вам даю сразу оригинал, потому что там вертикальный срез, очень хорошее видео на час, исчерпывающее. Грубо у нас есть один сценарий, второй сценарий, да, это все заходит, там, точка входа, например, там, REST API в контроллер, и дальше все классы там, по бизнес-сценарию, они там, понятно, немножко перепутаны, ну, все зависит от качества кодовой базы, прошивают как бы все вот эти слои. Пузырьковый контекст, если очень просто, мы просто берем, заново моделируем сценарий и кладем его где-то в сторонке. Он никак не аффектит вообще на существование сейчас вот этого кода, да, он может жить прямо в мене, к примеру. Вы можете потихоньку подливать, подливать, это ничего не ломает. То есть когда мы легаси, вот, ну, вот как нам быть, когда мы хотим что-то переделать, да, но при этом не сломать легаси, это важно. Лучше не трогать легаси, просто рядышком с ним, вы по кусочкам, там, выделяете по приоритету нужный вам бизнес-сценарий, в который там условно больше всего нужно изменения вносить, а с этим связаны определенные трудности, там, запутанности и так далее, да. Вот вы выбираете этот бизнес-сценарий, заново его описываете рядышком, примерно вот так на схеме это может быть. В горизонтальной линии это у нас старый бизнес-процесс. Да, а там мы, например, в контроллере ставим фичи и в вертикальном срезе складываем ровно все то, что нам нужно. В целом, как ну, понятна суть идеи? Поднимите руку, как-то откликается. Это реально круто работает, вот серьезно. Я просто попадал, вот, в те, вот те, на те же грабли наступал. В книгах пишут, что вот ты сейчас, если начнешь менять уже существующую модель, там обязательно все пойдет не так. Ну, он, он так действительно, и ну, обязательно идет не так. Быстро ты ничего не можешь сделать. Ты начинаешь менять в одном месте, у тебя там переплетение в другом, и, в общем, да, это все начинает аффектить на другие сценарии. Это реально просто самый простой, оптимальный путь. Ну, раз уж я сказал про фичи тогл, вот есть а, а, ссылка на ресурс до да, Мартин Фоллера, который собрал исчерпывающую информацию. Ну, ну, давайте тоже упрощать, потому что иногда можно там а, собрать чуть ли не целый съезд по поводу фичи -тоглов, да. но если просто, это просто переключатель. Вы можете его там делать по-разному, использовать э, конфиги, анлиш, но суть его проста. То есть у вас есть э, некая фича, реализованы, к примеру, вот в данном случае, в контексте, по-старому, и вам нужно переключиться на новый код. Вот в нашем случае там в контроллере будет переключение. Использовать новый код или нет? Если да, используем, переключились, проверили еще раз там, да, все. На проме, потому что у вас есть тесты и так далее, да, но в любом случае можно как-то подстраховаться и убедиться, что там все работает, там АБ какой-нибудь или Кеннери релиз выпустили. Вот, кажется, так. Из интересных ресурсов я хочу вам порекомендовать объекты стильное ОП современная такая книга очень просто подан материал очень много интересного на мой взгляд у Матиаса Нобока получилось несмотря на то, что у него там свое там, своя студия и в большей степени там на PHP пишут, но реально материал прям очень кайфовый код, который умещается в голове Симона. Очень интересный такой труд, он и философский, и в некотором смысле всеобъемлющий, но может быть не самым простым. Так, такой же, как принципы юнит-тестирования, на мой взгляд, это вот прям математический подход к тому, как э, стоит смотреть на тестирование, на юнит-тестирование и строить, так, писать прагматичные тесты. Я так себе э, э, как там блогер. У меня есть телеграм-канал, вот, но я не так часто пишу. Почему-то чем больше в какие-то инициативы зарубаюсь, тем прям сил не хватает писать. Но я редко пишу, но, надеюсь, метко. Поэтому, если что, подписывайтесь. Там у меня информация про, там, не знаю, про чистый код, про моделирование, про книги, про личную эффективность. Так у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Макс. Я, наверное, немножко от себя еще дополню. Все концепции, которые были показаны, они на самом деле, вот так, если задуматься, здравый смысл, да? Да. Держи то, что связано рядом. Вот это открытие. Но иногда мы почему-то ищем ответ в сложном, а не в простом. И мне кажется, что это нас и уводит не туда, а вот такие вещи, как вертикальный срез или фичатоглы, то же, да, фичатоглы, ничего себе, в конфиг вынести значение, там, работает фича или нет. Казалось бы, ничего сложного, но когда вы все это применяете, у вас вообще разработка по-другому происходит. Вы не зависите друг от друга, вы можете их выключать и так далее. Так, я, во-первых, всем напомню про QR-код. Во-первых, задавайте вопросы сейчас как в зале, так и в онлайне, в чатике. Обязательно на них ответим. Я, наверное, начну первый, да, размочу счет. А обратную связь еще. Да и обратную связь, конечно же, да, оставляем QR-коду. Очень важно. Да, друзья, пожалуйста, оставляйте обратную связь. Об этом напомним, да. Макс, подскажи, пожалуйста, насколько все, что ты рассказал, ложится на наш любимый спринг? Это вместе вообще работает или нет? Да, отлично работает. Вадим, интересный вопрос. Ну, да, да, конечно, хорошо работает. Я же, у нас же стек какой с тобой? Э, ну, кажется, спринг. Да, Я да. просто почти уверен, что это очень актуальный вопрос, да, как вот вертикальный срез положить на спринг. Ну вот ты берешь, все, кладешь в пакет и работаешь с конкретным уже внутри пакета. А ты сам говорил, можно вообще там э, отключать аннотацию. Я, кстати, эту штуку забыл. Она же реально есть у нас в спринге, да, ты можешь прям заэксклюдить пакет. Хорошо, сам спросил, сам отвечу. Yeah. <laughs> а, да, действительно, очень классно ложиться на спринг. Почему? Потому что мы, когда все кладем, кладем в один пакет, все связанное, мы его тем же самым фичитоком просто можем отключить. И он просто не будет сканироваться. У нас не существует этой фичи физически. Бины не поднялись. То есть этого у нас не будет нигде. Вот. Так. Что? Okay. А, пож... oh. <laughs> 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 Да-да-да. А, вижу вопросик. Вот можно, пожалуйста, чуть-чуть дальше, который первый поднял руку? Я думаю, что микрофон быстро дойдет. Слушаем Шо -шо. вас. Да, спасибо большое. А, смотрите, такой вопрос: а вот на тех слайдах, где вот были как раз вот эти вот там свимлайны, либо ну, mm -hmm. а, переходы, а, там а, где-то был слой сервисов и домены раскрашен в синий, где-то слой домена раскрашен в синий. Вот вопрос: что значит цвет? И в целом, дальше вопрос, вытекающий про домены. То есть вы под доменами что подразумеваете? Это просто какой-то набор интетей, там условно, которые в базу кладутся, или это прям полноценный домен модул из условной DDD? Красавчик. И, собственно, следующий вопрос. Все-таки код домена, он переиспользуется или нет? И как быть, если, соответственно, какая-то сейчас затрагивает несколько там... В общем, как боретесь с дублированием кода в этом случае, да? Все, спасибо. Да, вот, да, например, Давай так, начну с конца, с дублированием кода. Мы пока соглашаемся и живем. Есть да? даже, даже если это доменный код какой-то там сложный, да. фичи... Но если это на раннем и... стадии, смотри, ты же делаешь конкретную, конкретный бизнес-сценарий, и раз уж мы заговорили по DDD, да, то вот этот выделенный... Эм, раз такой, так скажем, это богатая доменная модель, да, я тут специально подсветил, вот, но... Я не упомянул об этом. То есть тут важно, что да, у нас бизнес-логика э, в модельках, в классах, но при этом важно, что мы на ранней стадии, к примеру, да, там, разработки вот MVP и так далее, мы не стараемся выделять общее, мы конкретную задачу решаем. А дальше вы уже, когда там, ну, я называю это процессом там, кристаллизации условно, когда там сервис успокаивается да, у вас, вы уже можете там, при необходимости сделать какие-то общие модели. Но бывает так, что вот вы сейчас сделали общие модели, а потом нужно изменить один бизнес-сценарий, причем его так нужно изменить, что это начинает аффектить ну, как бы общую модель да, в других бизнес-сценариях. Вот поэтому иной раз лучше согласиться там, с избыточностью какой-то, да, зато у вас будет четкая конкретная задача, и вы точно будете уверены, что не сломаете второй бизнес-сценарий. Ну и стараться, вот я почему я Нова как книгу да, То есть я просто стараюсь не, рас... не говорить сейчас, о, там, кто в клубе ДДД, да, там, новый тренд. Там, если ты в клубе, не говори об этом клубе. Да? То есть, потому что, к сожалению, чаще всего ДДД — это такие вот дядьки в халатах, да, которые там, 20 часов могут обсуждать границы агрегата, к примеру. Да? Вот, ну, тоже усложнили, а тут задача упростить. Но важно да, обратить внимание, что бизнес-логика у вас в этих классах. Ответил на вопрос? Да, спасибо. Я чуть-чуть можно добавлю, Давай. да? А, иногда код, который в текущий момент одинаковый, на самом деле он только выглядит одинаково, но он будет развиваться по-разному. То есть то, что кажется дублированием, через месяц будет совершенно разный код. Если это вынести в какое-то общее место, то здесь родится проблема. А, давайте один вопросик из онлайна. Среди плюсов, которые ты озвучил, уходят большие модели. Это плюс. Что понимается под большой моделью? Если много полей, то она не уходит. Она разбивается на несколько зависимых, как минимум от БД. Файлов с увеличением сложности, сложить их обратно. То есть если резюмировать, а в чем как бы, экономия, если все равно у нас эти модель модели, есть, то они просто распределены и синхронизируются на уровне БД. Экономия в том, что у тебя сам би упрощается бизнес-сценарий. То есть, у тебя а, сложность погружения в сам бизнес-сценарий упрощается. И вот, когда ты работаешь с отдельным конкретным бизнес-сценарием, у тебя все модели поменьше. Ну, то есть, да, и с ними работать проще. То есть, если мы уже говорим там, о богатой доменной модели, то как бы, это становится прям очень очевидным. И у вас конкретно, ну, и у, у вас все время, то есть вы контролируете взаимосвязи этого бизнес-процесса вот в модельках своих маленьких. А то, что там у вас в хранилище, это такой, ну, отдельный вопрос дискуссионный, да, он сейчас немножко за рамками этой встречи. Это вот, надеюсь, будет там через какое-то время, там, на следующей, может быть, конференции. Там есть разные как бы, кейсы, да, ну, а самый простой, да, вы складываете это все в отдельную как вариант таблицу, да, ну там понятно, это может быть взаимосвязанные таблицы, там, ну, ответил интересно. Ну думаешь? если резюмировать, я правильно понимаю, что здесь э, уходят они как бы не физически, а больше вопрос про когнитивную нагрузку, конечно, что тебе в... проще понять. Они тут... они как бы, конечно, как у вас данные исчезнут, то есть они просто распределятся по местам, и это будет проще объявить. Вот тут важно недооценивать э, крас... как там простоту восприятие бизнес-сценария, то, как вы контролируете конкретный бизнес-сценарий. Это вы его программируете очень просто. А рядышком у вас лежит другой бизнес-сценарий. Это реально... Ну вот попробуйте и прочувствуйте этот подход. А, По-моему, был... Да, вот, пожалуйста, еще вопросик из зала. Давайте. Да, во-первых, спасибо за доклад. А, Во-вторых, хотел немножко поподираться, спасибо, что пришли к, к, терминам. А, подскажите, сам пузырьковый контекст это родился как некая практическая реализация того же ограниченного контекста из Эрика Эванса и ДДД или. Это про рефакторинг. Это именно про. Ну как? Это параллельно, наверное, метафора, да? Вот э, я привел пример фикуса душителя, да? Это параллельная метафора Эрика Эванса, как проводить э, рефакторинг в легаси системах. Ну именно, если у Фоллера это больше относится к всей системе, да? При этом мы можем, ну как аппроксимированно, да, переложить ее на ну, условно на сервис. Сервис тоже система то у Эрика Эванса это именно подход про переосознание что ли бизнес-процесса, да, и когда ты заново моделируешь его, тут вот важная ключевая штука, что мы порой, ну как, делаем рефакторинг существующего кода, но не пытаемся его упростить, не пытаемся его переосознать, как бы осознать, и нет диалога с бизнесом, типа, а что нужно Помните, я говорил, это тоже важно. Когда вы начинаете делать рефакторинг, вы создаете и новые модели, и заново переосмысливаете этот бизнес-сценарий, и появляются еще лишние в бизнес-сценарии шаги и так далее. Ответил? Да, спасибо. Просто как раз сходство названий кого-то может очень сильно смущать. Да. Можно, пожалуйста, пока вот там в конце... Кто-то поднимает руку, если не ошибаюсь. А мы пока читаем один из онлайн еще. Коротенький как раз. Есть ли где-то в репозитории проект, основанный на этих принципах? Да, это все работает. А я же, блин, вот это всегда так. Я выхожу и забываю сказать, что я не теоретик, а я практик. Да, я алчный практик, который хочет эффективно работать, больше зарабатывать. И вот все, что я рассказываю, я применяю. Сначала я применяю и получаю, делюсь успехом с вами, да? Получаю профит и далее, ну, как бы, далее рассказываю. Как минимум два, два, два продукта так реализованы там, у нас в Газпромбанке. Это продукт... ГПБ да, Мобайл, который вшивается в приложение, и продукт «Цифровой рубль». Большущий. Я думаю, что, возможно, речь о каком-то публичном репозитории, видимо, примере. Есть такое? Публичный пример. У меня в Telegram-канальчике есть ссылочка на кукбук. Там это есть. В ссылке есть ссылка, переходите по ссылкам. Пожалуйста, вопросы с зала. Да, спасибо за доклад. Меня зовут Сергей, я андроид-разработчик из компании it И у меня такой вопрос. Тут а про бизнес-логику, да. Привет. Что выносить в одно место, чтобы она рядом с друг другом лежала, если я правильно понял? Да. А не приведет ли это к тому, что потом у нас просто тоже многомодульный проект, потом у тебя вот это место, куда ты все выносишь, он станет очень огромным и с ним будет тяжело работать? То есть... И если это приведет, то что бы ты порекомендовал, чтобы с этим тоже было комфортно работать? Спасибо. Да, вот хороший вопрос. Тут эм если начинает бизнес-логика распухать, то ну, тут можно задать вопрос, а как ее упростить? То есть да, нужно стараться ее упрощать. И как бы этот вес как раз, который ты видишь, вот этой сложности, ты начинаешь его прям, ну, как бы видеть в одном пакете, это очень удобно. Ну, то есть, да, ты сразу, у тебя появляются какие-то маркеры того, что вот у меня разбухает бизнес-логика. То есть, если бизнес-логика распухает, либо ты ее упрощаешь, если принято, что все невозможно, ну, как ты с этим живешь. Только так. Спасибо. Чаще всего получается упростить. Да, здесь получается, что довольно легко это увидеть. Потому что, да, если у вас это распылено по слоям, ты не понимаешь, как у тебя бизнес-процесс распух. То есть, возможно, что-то положили не туда. А здесь просто, ну, условно, там, много методов, много файлов, будет сразу заметно. Так, давайте еще раз да, сейчас mm -hmm. мы почередуем, потому что давай, давай. много вопросов везде. Спасибо большое вам за активность. Вы упомянули, что вертикальные срезы могут привести к дублированию кода. Да, всех интересует дублирование. Как вы балансируете между необходимостью изоляции компонентов и избыточностью кода? Есть ли стратегии, которые помогают минимизировать дублирование, сохраняя при этом преимущество изоляции? Вопрос хороший, мне кажется. Да? То есть как не переборщить и с тем, и с другим? Это ссылка на видео Джимми Богарда, он там прям час 12 душил, но очень интересно. Так, ответ, ответ. Дуб... Чаще всего просто так получается, что ты соглашаешься, живешь с дублированием, а дальше у вас появляется там общая часть, ну какие-то, да, там вы выносите их в комон. Но чаще всего я, если честно, против этого. Потому что, тут как бы Вадим уже говорил, то, что сейчас вам кажется общим, завтра вам будет портить жизнь, потому что те изменения, которые вам нужно внести в общую модель, начнут эффектить другие бизнес-сценарии. И вы просто-напросто перейдете, ну, как бы к чистому такому вертикальному срезу. Мне кажется, что здесь можно сказать, что это можно делать, но скорее это какой-то прогноз, да? То есть ты да. не можешь знать, что это действительно общее. Поэтому, возможно, придется вернуть обратно, поэтому скорее просто на свой страх и риск. Пожалуйста. Это вообще вот. не так страшно. Вот мы, разработчики, часто боимся, сюда. как там, don't DRY, don't repeat yourself, да, Но да, вот да. как раз в данном случае это не самое страшное. Тут мы не совсем повторяем, мы реализуем конкретный бизнес-сценарий. Часто эти бизнес-сценарии нам только... Вот здесь важная мысль. Нам только кажется, что этот бизнес-сценарий работает с тем же юзером. Ну, условно, да. Но чаще всего этот бизнес-сценарий нацелен на одну простую какую-то вещь. Там. Ну, условно, там, изменить поле, откинуть куда-то сообщение, еще что-то сделать. Да? Там, ну, там, еще какой-то ивент, к примеру. Мы этот, вот как раз этот момент упускаем, то есть восприятие сложности и в угоду универсальных решений, там, чтобы что-то не дублировать, мы получаем более сложные решения, которые сложно понять и более того они связаны у вас и вы начинаете изменять и как бы ну и аффектить на другие бизнес сценарии. Спасибо, спасибо за, за такой доклад э, и за ваше смелое спасибо решение. За обратную связь от интерфейсов. И у меня как раз вопрос по этой теме. Вы говорите, что каждый срез они не зависит друг от друга, и какой-то общий функционал выделен в common модуль. И получается, все срезы, ну, некоторые срезы зависят от этого common модуля, но никак не друг с другом. И вот эта зависимость между модулем common, она Через интерфейсы слабо связаны, или интерфейсы вообще нигде в проекте не используются. Да, тут важная такая вещь вот ну именно про интерфейс, что когда мы решаем конкретную бизнес-задачу с бизнес-логикой, там чаще всего мы работаем с конкретными классами, да, ну там, и нам интерфейсы не нужны. Если у вас выделяются какие-то там утильные операции, еще что-то, да, то вы можете их как раз в common выкладывать и можете там делать интерфейс, если, вам, если вы понимаете, что здесь полиморфизм нужен. Да? Ну, то есть это всегда такой трейд здравого смысла и, в общем... Он, а... ешь, в за то, что они в если он не нужен, это ну, как, я никого не бью, да, но просто я объясняю, что если это тебе сейчас не нужно, и прогнозировать там какой-то полиморфизм в будущем сейчас-то нет смысла. Ну, то есть, вот будет у нас эта проблема, мы ее будем решать. А сейчас давайте сделаем просто. Это важная такая штука. Вот давайте сейчас сделаем просто. Я ответил, кстати, на вопрос? Ну, по сути, да, вы модуль а, интерфейса не используете. А... Ну, У вас нету разных реализаций разных модулей, разных? Да, смотри, в... ну, да, тут такой вот вопрос, то есть, если вы хотите использовать, вы, пожалуйста, используйте, да. И вот там мы в Common, к примеру, ну там в общих каких-то в библиотеках, понятно, стоит использовать, да, ну то есть это немножко другое, то есть, да, библиотеки, там мы их защищаем, да, и используем, так скажем, общие понятия, а в конкретно в бизнес сценариях лучше не использовать. Вы тогда привыкаете решать конкретную задачу, бизнес-сценария. Вот тут это такая важная ценность этого. Mm -hmm. Спасибо. Я вообще хотел бы сказать, что, наверное, важно не следовать каким-то догмам. Да? То есть просто кто-то сказал: нужно делать интерфейсы. И мы делаем интерфейс на каждый чих. Но ну вот потом разбираемся, зачем они нужны. Да, делать, это пожалуйста. первый вопрос. Да, спасибо за доклад, большое. Ну, я немного темлицствовал вот, и у нас одна из типовых задач была это, ну то, что построить вертикальные срезы относительно просто. Это чаще всего описывает появление какого-то нового продукта или абсолютно нового сценария. Но как вы решаете вопрос горизонтальных доработок, когда появляются новые сущности или радикально пересматриваются некие? Парадигмы, некие, некие аксиомы, которые перестают нарушаться. Но ну, вот, наверное, пример такой, что раньше у вас были только клиенты банка, новые это появляются лиды без идентификаторов и так и так или иначе. Вы, кстати, упоминали, что у вас код является источником э, документации, но такой код, который очень сильно разрезан на вертикальные слайсы, горизонтально потом анализировать очевидно сложнее, чем единый код. Как решается проблема вертика... о, горизонтальных доработок? Спасибо. Все, вышел, вышел на удушающий. Я, если честно, про, наверное, не понимаю тут про горизонталь. Это как это про некие другие интеграции там, с новыми продуктами. Что под горизонтальным? Давайте Понял? Я просто ну вот у вас был, например, аксиома, что у любого клиента есть идентификатор. Не знаю, у любой ценной бумаги есть идентификатор. Появляется абсолютно новый сценарий мы в систему затаскиваем лидов из внешней системы. У нее нет банковского идентификатора. Вам э, аксиому э, прошлого, что у каждого клиента есть идентификатор, надо доработать все точки, где, например, использовался этот идентификатор, заменить на, не знаю, может быть, новый идентификатор, как-то вот так вот. И одна из задач в моей команде была это, собственно, человек, ну, у нас это занимался системный аналитик, вычленить все сценарии, в которых э, будет необходима доработка, и описать их в виде задач. Спасибо. Ну уж если у нас идентификатор меняется, это как бы серьезная проблема. Нет, ну в данном случае, не, ну как, в данном случае какой у нас выход? У, у, у вас же есть уже ответ на этот вопрос. Тут, да, ты дорабатываешь, получается все, но ну, с горизонтальным. Но опять же, это все равно, что как-то... Ну тут, короче говоря, понятно, что под любую, так скажем, под любой подход можно найти всегда как там противоподход какой-то, да. и Это в том числе оправдывают наши там универсальные решения, ну или там общие модели. Но чисто гипотетически э, вряд ли там в крупной корпорации будет меняться там подход, там прям к идентификаторам таким, да, правильно? Ну, ну хотя он может. У нас даже там, у нас был такой кейс. Вопрос на самом деле сложный, потому что да, немножко да. в вакууме. Вот, возможно, есть смысл сделать там сторонний уже сервис, который будет по-другому работать. То есть, э, мне кажется, однозначно ответить нельзя. Э, что хочу сказать? У нас, по-моему, время подходит к концу. Можем, да, мы можем в дискуссионной да. зоне, конкрет, кому не успели обсудить. ответить. Тут интересно, да, вот как раз Вопросов по. Вопросов много. Давайте тогда переходить в дискуссионную зону. Я еще раз вас попрошу оставить нам обратную связь. Будет очень классно услышать ваше мнение, что было интересно, что было непонятно, что можно улучшить. Всем большое спасибо за внимание.